Меня, главное, это, пожалуйста, не взорвите. О, Урал! Да ты! В натуре! А чё ты бил, блядь? Как какого хуя вы меня что раз убиваете, блядь? Всем привет, с вами Тимуха Домино, и мы на стриме у Кирилл Гейм. Кирюха? Всем привет. И с нами его подписчик Вова. Поздоровайся. Здорово. Вот. Сразу подписчик. Ну а как тебя назвать? Блин, пацаны, я вас потерял. Да мы слева там, в поле. Вон. А, вы короче. В поле именно. И мы сегодня катаемся на танках. Спасибо администратору Джон Валкер. Вообще я, топовая. Я, короче, сейчас перехожу, потому что у меня запись не работает. Да ты опять задолбал. А я тут на танке дрифтую. А я на танке дрифтую, а я на танке. Надо пострелять, знаешь, так типа... Надо еще пещу подложить, понял? Едем на танке, едем на танке. Да-да-да. Бам! Блин, надеюсь, же можно стрелять вот так в леса. Сводимся. Киря, видно первого лица на танке? На туле есть. Ну, блин. А, он я не понял. Какущий, ты понял. Не-не-не. Да не, вот этот вид обычный, типа на В нажимаешь. Слышь, Киря, давай Вова побудет мишенью на Роллс-Ройсе. Не, да пожалуйста. Да это, подожди, блин, где понимаешь, Валкер? Это нарушение. Не, слышите, я могу, знаешь, типа вот стать где-то вдалеке, как мишенью, только выйти с Урала. Да не надо. А это. А кто на Урале? А кто на танке? Кирилл. Нет. В смысле? Валкерс. Нет, Александр какой-то. Это админ. Это Егор. Егоров. А, это админ. Да. А, смотри, а я ему написал, вылез, он вылез. Сука, дивь. Ну, сорян, да. Бывает. Так. Все, я понял, я ухожу. Да, я шучу. Чтобы я не спалил пароль на стриме. Кирилл, Rolls-Royce, можно? Где? Так, вон он стоит. Можно в Урал стрелят? Да не надо, там Вова сидит. Блин, пожалуйста, я в колесо. Нет. Ой, блядь, я случайно. Да ты же не выстрелил даже. Я выстрелил в тебя прям. В тебя попал. Не, у меня не. Да. Я завести его не могу, бля. О, завел. Да меня не тарань. Кирилл, поехали, давай я за тобой в колонны. Представши мы в АТО. Кирилл, слева, на воде. За Иваныча! За Иваныча. Я в тебя не попал. Меня, блядь. Кирилл, справа, вправо. Видишь невидимый? Ну, давай сзади кого-то хуйнём, но сзади Rolls-Royce. А ну стой, Киря, попробуй танк разогнать. 70, 80, 85, 101, 100. Валкерс. Куда на меня не стреляли? Валкерс, ты вообще реально 100 километров. Кирилл, деревья. Дерево. Прикинь, что он сделал? А попросил починить Урал, он починил. Кирилл, ты прикинь, что с нами Родин сделает? Родин, прости. Это куда ради ты? Хайпа все. Да, Родин, прости и пойми, пожалуйста. Да вы я даже не знаю, как это назвать видос. Да это трындец. Полный просто. Пиздец просто. Слышишь, назови видос Родин, прости. В натуре, слышишь? Давай хэштег Родин, прости. Давай. Прям так и назови. Кирилл, а давай ты в левую сторону стреляешь, а я в правую. Окей. Давай. Не, я в левую, ты в правую. Да. На счет трех. Раз, два, три. Да я уже стреляю в сторону. Да я вижу. Я не пойму, где вы. Хоть ориентир дайте. Почти. Слышь, Кирилл, давай. Киря, там где на оффроуд, помнишь? Давай. Давай туда поедем, потанчим так типа. Надо скрин еще сделать. Ну, да, ладно, потом. Да, сделаем. Да. Слышишь, Киря, давай на оффроуд. Именно жесткий оффроуд. Ебать, у него колеса крутятся классно вообще. Да, ты говорил. Мы в поле выезжаем. Чуваки, просто 50 лайков. Это просто 30. Какие 50? 100 минимум. 200. Аккуратно, Керри, не утони, там жопа. Бля, я аж выстрелил случайно. Там такая ямка, да? Где еще вода? Да. Знаешь, как можно легко выехать? Да. Керри, смотри. Это же не в меня. Да я ни в кого не стрелял. Это же я говорю вообще, цель у меня не стрёмно, знаешь как? Пацаны, понял, в мафии написали хэштег Родин, прости. Поехали на оффроуд. Так это ж хреснодел робот. Сейчас, да мы в Бусаево, где ферма, короче. Только чуть поближе. Слышь, Кирилл, давай съезжать с дороги Калякина, потихоньку. Калякина, короче. Керри, давай съезжать по дороге потихоньку с дороги, потому что... Ой, блядь, аккуратно. Да, Вова.
Короче, давай съезжать, короче, потому что да, мы сейчас эти Волгу расчавим. О, капец, там чуваки, там мощь просто. Слышь, я теперь понимаю, почему их нету в автосалоне. Знаешь, если танк был бы в автосалоне, это было странно. Да похер. Так он бы стоил 100 лямов, наверное. Угу. А да ну... Не... Ну, блин, более-менее ездит, в принципе. Во Фрауде? Более-менее. Ну и да, вот во там? Фрауде. Ну, чуть-чуть там подождите. А ну. Что, Урал медленно едет. А ну подожди, аккуратно. Я хочу выехать очень крутым способом. Чё, выстрелить? Так отсиди меня нихуя не. А ну. Что, не получается? Не. У меня уже 600 хп осталось на танке. У меня 800. 942. Цель обнаружена. Цель захвачена. И в жопу, сука. Я ё-моё. Тебя вижу. Поехали дальше. Мой стрючок направлен на тебя. Да не едь далеко от меня. Да не едь далеко от тебя. Да ты далеко уже отъезжаешь. Тут есть? А, прижатка тут пулемета нет. Ты шо вообще? Было бы прикольно, чё. А прикинь, если бы админу так наспавнили 10 танков и забыли за них. Ага, тут бы сервер взлетел. Стой, донат пришел. Родин, прости, хэштег пришел. Красавчики. Марафака. Ой, блядь. Очень близко, у меня аж пятка сипанулась. Надо, она понял, поднимается, нихуя, надо прям долго ждать. Да, во, да. Вот так. А ну стой, стой. Я, стал, хочу что сделать. Аккуратно, блядь! Так я же не в тебя. Чуть не высадился. Класс, смотри, как колеса работают. А ну, поверни в дуло вперед. Да, вот так вот. Вы запарились, скажите. Мы выйдите вот. На дорогу. На дорогу где-нибудь выйдите? Погнали все, я заскринил. Да какая будем... дорога? Нельзя на дороге ездить. Какая мы возле мафии ровно, я на мафию. Мы в World of Tanks играем. Кирилл, поехали до мафии, заедем. Или не надо. А, я что мафия, я забыл. Кир, не надо. Не, я просто посмотрю, может там что-то есть. На танке чисто, вы, да, в мафии? Где вы? Ферма? А ну, слышишь, Кир, я попаду или нет? Очень далеко. Сука, аккуратней, блядь. Так я даже снаряд не долетел. Ого. Я застрял в что-то, а. Кир, сзади нас Rolls-Royce. Где? Вот чего? Добавь него хуйню. Давай. Да вы чё, ребята, чё вы такие зубы? Чё, нет уже без солнца? Ой, погода попала! Помню, любим, скорбим. А ты? Да ты на Rolls-Royce? Нет, я на Урале вас найти не могу. Ой, блин. А, то подписчик был, бля, я забыл. А, то есть, если я, то можно, да? Садись. Я могу взять. Давай возьми поезд. Кири, аккуратно, там вода! Yeah, fuck it! Учись, сынок. Ты это видел? Да. А ну, красиво. Я хочу воду хуетнуть. Надеюсь, воду, а ну. Ебать. А ну, давай жопой выйдем и так наверх. Как? Вы как там проехали? Ух, ёб твою мать. Ребята, Кирилл, я сейчас застану. Кирилл, ну ты тут мост вообще задымил. Гидра! А, это вертолёт. Я хотел выехать назад. Кирилл, тут этот... Это ты в гелик выстрелил? Да. Я случайно. Слышь, Кирилл, сбей вертолет. Это кто вообще? Там админ. Это админ. Да сбейте его. Подожди, он сейчас нас будет хуярить, что ли? Что ты делаешь, дебил? Я скажу, что это ты делал. Он стреляет, Кирилл, он стреляет. Кто? Вертолет. Сука, где этот пидор? Ой. Сбивайте его. Эй, тихо. Я умер. Так, где этот вертолет? Я вертолет сбил. Блин, это почините Валкерс меня. Был. Их два, вы понимаете? Чините. Они их чинят. Меня, главное, это, пожалуйста, не взорвите. О, Валкерс вообще душит, еще и заправил его. О, Урал. Да ты. Ну ты реально урод. Нахера? О, меня починили. Кирилл, у меня летит ракеты с этого, с вертолета. Да? Да. Это не, ну серьезно. Ну нахера? Слышишь, танк вообще сломан. Танк горит, блядь. У меня танк сгорел, все, поломался, брат. Кирилл, меня два вертолета сбил. Да ну блин, что за херня? Уроды. Вот вы уроды. Особенно Тимоха. Прям козел. Киря.
Да я вижу. Я два вертолета сбил. Блин, это жесть. Ну кто, блин, капец, тупо огонь. Это, наверное, кто-то нас тебя бомбил. Кто это на истребителе, мне интересно. На истребителе? Валкерс, ты прям вообще радуешься. Я взорвал. Кого? Это кто был, админ случайно? Ну а кто еще в Кере? А, да? Я админа убил. А кто на вертолете был? Я не знаю. Да блин, Валкерса, наверное, это будет нахуй спросить. Да ты остановись. Да я нажимаю на тормоз, он не тормозит. Я не могу запрыгнуть. Ой, я завелся. Опять? Топ РП от игры. Спасибо, я старался. Кто там хуярит, это ты? Я завестись не могу. Нихуя себе, блядь, 10 выстрелов завестись не можешь. А, Смэш, это что же админ? Смэш, ну, давай я отсюда попаду, интересно или нет? Да ты чё, дурак? Я думал, ты спрыгнешь. Постреляй по этому говнюку. А я что пытаюсь сделать? Смэш, если смотришь, дай ружку, я по нему постреляю. Блядь! Пекаш какой-нибудь. Ко мне админы бегут. Почему они к тебе бегут? Не знаю. Тихо, ты. Они думают, что ты не можешь выехать? Типа? Ты нет. Вертикально заезжаешь. Стой, аккуратно. Слышь, Керри, а мы уже не перебрали, конечно, не это. Да думаю, мы уже давно перебрали, как только их взяли. Да не, нормально. Вы что, нормально, подумайте о двух. Слышишь? Кого-то будет завтра пукан гореть из администраторов. Да нормально все. Всего лишь это. Тут три вертолета позбивали. На танк отгоняем. Даже четыре. Все на. Уедь! Все. Уехал. Да ты меня чуть не задавил. Стой. Погоди. Ты хочешь друг друга выстрелить, а там нет. Нет. Тихо, нас не убейте. Что делаешь? Возьми еще вертолеты. Давайте лучше за машиной гоняться будет. Не, хотите? Я могу такую фигню, если дадите машину, я от вас погоняю. Да не, с тобой не интересно. Да? Ты скучный. Все, меня застрелил, говню, главное. Понял, Керри, я сбил вертолет, второй вертолет, смотрю, Урал стоит. Я думаю, а чего он там стоит? Да просто, да. Не понравилось, что там стоит. Плохо стоял Урал, да? Да, блин, мы, в принципе, не сильно нарушаем, потому что это все присутствует. Ёбаный врос. Меня подбили. Нейтрализован. Ой, погоди, я проехать там не могу. А ну попробуй, ты проедешь? Вот тут посередине? Да. Нет. Вот и я тоже не могу. Он не тормозит. Да ты залази давай. Вот, всё. Погнали. Это лучший, блин, стрим вообще. Да, нас вот сколько было уже вообще, пацан. А если я остановлюсь горе, он поднимется? Если что? А, то думаю, да. Прикинь, как скутерист охерел. Нихера себе танк. Я остановился давай на горе, вниз, давай вниз, он поднялся. Давай вниз. Это... Керри, это такое искушение шмальнуть в это мясо. Да пиздец. Прям да? В эту кучу так, как хуяну сейчас. Валкер, простишь. И нам банк отрицать. Сейчас танки спиздить. Сейчас спизжу, сука. Приз позже скажу. Приз пиздюлина. Меня танк хотят своровать. Меня тоже. Слышишь, Кир? Валкер, прости. Родин, прости, не Валкер. Не, в этот раз Валкер. А что делаем? Да-да, капитан. Ну-ну, что делать? Что делать, он мне не написал. Да не знаю, стоим, жди команды, вернись. Я написал давить. Ну, спросил. Повите по ним. Мясо без проблем, началось. Я вижу одного любимчика. Минус. А чё ты живой? Минус. Так, минус. Минус. Тут такие минусня, я вам отвечаю. Минус. Минус. Я столько минусов. Знаете, как вас минус, не проводить? Минус. А чё меня так хуёво шмаляет? Там я один уже лагает, пацан. Я уже в дым стреляю, мне уже... Минус. Аккуратно, меня чуть не минуснули. Минус.
Тихо. Минус. По мне то что? Ебать, это круто, блять, господи. Где-то пошли. Вы мне танк взорвали, молодцы. Кто мы, блин? Кто-то из вас мне танк взорвал? Один остался. Тут их знаешь сколько еще? А я стрелять могу, все, я буду стрелять по ним с места. Есть. Ребята, один мы остался сзади тебя. А мы, по-моему, всех убили. Все, вот. Остался, нет, блин. вот. Да ты тебе не стреляй. Да стреляй, я не могу его никак увидеть. Не стреляйте по вот этому. Да у меня еще тут один есть. А, он умер уже. Нет, вот, смотрите. Вот один остался, все. Все, да. Все, не стреляй в него. А вы мне танк взорвали, красавчики. Нет, стой. Нет, не он один. Дебилы, блядь. Кто меня взорвал? Он не один. Меня тоже взорвали. Только я вышел. Я еще вас всех взорвал. Да. Все, вот это один, да? Капец, у красавчики, я ебу. Своих же убили, блин. Капец. Один остался, да. Да, вот он выжил. Блин, как это было весело. Почему это не в днем? Почему их так мало? Да, чувак, в игре пишет, какая задержка, блин. Я смотрю, ты в АФК. Я думал, ты на стриме читаешь. Я в АФК, я не выходил в АФК. У меня АФК было 8 секунд. Выходил, это не я был, это Александр Егоров был. Слышь, Керри, нам еще завтра в универ идти. Ой, чё нам делать, Валкерс? Танки стреляем. Танки стреляем, без проблем. Это так... Только в другого, сука, не стреляем, блядь. Окей, вы короче... стреляйте с очередностью, а то дыма столько, трындец. Да, нихуя не видно вообще. Минус. Чувак в УФК уходит, пидор. Давайте, где вот эта вышка, айди его запоминай. А все, я его убил почти. Где вышка, аккуратно, я сейчас там езжу. Пацаны, завалите Джона Валкера, такая возможность. Я его походу жахнул. Тёга хотел уехать, не уехал. Минус два. Аккуратно. Керя, с другой стороны. В тебя врезалась, Тёга. Да, я видел. Ебать, я там в пацанов 5 выстрелов хуяну. Отвечаю. Один вроде остался. Подождите, один вроде остался. Что за стрелки? А чё они... Телепорт забрали закрыть, ёптель. Да? Телепорт закройте. Они перезаходят, наверное. Они ГУТМП пишут. Это чё один за танк? Танк. Стойте. Все, не стреляйте. Там еще три мотоциклиста ездят, что не стреляете? Да вы, блядь, косорылый, ебаный в рот. Не садятся. Вова, ты косорылый. В смысле? Ты меня убил, дебил. Как я тебя убил? Вот так вот. Валдер, если слышишь, за зелеными вагонами чувак встал, там никак танку не заехать. Ты чё задавил? Блядь, в этот вагон. Чё ты как баба? Не достает. Аккуратно сзади танка. Вот из-за пинга получается, мы как-то ещё друг друга попадаем. Они вот всё. Вот он. Они вот на какой-то хрени стоят. Ты Валкерса зачем сбил? Так, такой этот... Шанс. Искушение. Да, искушение. Кто там остался? Один, по-моему, это. Все, вот он, вроде. Давай, всё. Гасим. Только не меня. Нет, я ему не один. Верю. Я ему не верю, надо убить. Еще один сел. Все, один остался. Ты меня взорвал. Давайте давить его. Не стреляйте, давайте помучаем. Да не стреляйте, ёб. Да, я не могу дать. Что за косорилая макака стреляет? Все. В натуре. Че ты бил, блять? Какого хуя вы меня что раз убиваете, блядь? Я умер. Вы меня взорвали. Придурки, вы меня взорвали. Так кто кого взорвал?